Всего пару секретов помогут сделать экологическую ситуацию в городе лучше. Об этих секретах самарским студентам рассказали специалисты профильного отдела компании, которая занимается вывозом различных отходов. Сортировать мусор, бережно относиться к расходу воды и электричества, сдавать макулатуру на переработку. Именно это может сделать каждый житель города. А с таких малых вещей начинается большая забота о природе. А даже вот ребята, которые сегодня присутствуют на данном мероприятии, они вдохновятся, что вот наша как раз задача сегодня, да, вдохновить их на введение в свою жизнь каких-то простых действий, которые помогут добиться хороших, надеюсь, результатов в будущем. Эта беседа стала частью ежегодной серии лекций «Неделя без бумаги» от Самарского дома молодежи. Они регулярно организовывают различные акции на экологическую тематику. Зимой в основном это теоретическая часть, а весной и летом практическая – выходы на субботники. Главная задача – рассказать молодым людям, что такое экоактивизм и почему так важно бережно относиться к природе. Экоактивист – это тот человек, который помогает улучшить экологическую обстановку в нашем городе. Также к ним можно отнести экодобровольцев, которые как раз-таки участвуют в мероприятиях, направленных напрямую на улучшение экологической обстановки. На протяжении всего года специалисты Самарского дома молодежи открыты к диалогу и готовы рассказывать об экологическом движении каждому, кто изъявит желание к нему присоединиться. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.